Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забираем. Сегодня надо нам попытаться успеть каким-то образом получить топовое место, потому что сегодня воскресенье. Так, Лига Мастеров 3 звезды, ранг 91. Так что поехали. Сразу начну именно с арены, чтобы не рассусоливать, чтобы время зря не терять. Погнали. Так, берем Шреддера. Ну, в принципе, можно было бы взять и Усаги. Так, сегодня Донателло нужно прокачать нам до 99 уровня. Я надеюсь, у нас получится. Так, 78-й. Фиг с ним. Попробуем. Я надеюсь, Донателло меня не подведет. Все-таки успеет свои сюрикены шваркнуть. Хотя тут Майки. Мы все прекрасно знаем, что у Майки инициатива очень хорошая. Но ты видишь, да, что получается? Фига себе, у нас даже... Вот смотри, как может быть Рафаэль 54 уровня переплюнуть Донателло 97-го? Нифига себе, Рафаэль, у тебя инициативы. Я как-то на это раньше внимания не обращал, если честно. Все, Блин, подожди, шикарно. Какой шикарно? Ну, падает, давай, постепенно урона. Ага, добьет Шреддер. Вот так вот, друзья мои, Донателло, оказывается, Рокстеди добить-то и не смог. Угу. Очень было рискованно, кстати. Хорошо, что на нем висел постепенный урон. Так, ну что, какая у нас позиция? 81-я, отлично. Отлично. Так, значит, берем с тобой 17-24. Беру здесь Лео. Берем Усаги. Подожди, что я творю? Дичь какую-то начинаю делать здесь, самую настоящую. Так, так, и вот так. Все, погнали. Быстренько сейчас раскромсаем их. Надеюсь. Так. Шреддер. Теперь Лео. Ну и все. Все, никаких проблем у нас нету. Так, значит, сегодня Донателло мы прокачиваем с тобой до 99 уровня. Так, что я еще хотел? А, Паукса же нужно прокачивать. Тоже на него нужно там искать. Ну, комиксы, твою ж налево. Причем очень много. Так, завтра, друзья, у меня выходной. Но... не знаю, здесь, наверное, поиграем в стандарт игры. Ну, а на втором канале опять же побегу в War Tales. Кстати, многие спрашивали: Рэй, что у тебя с изображением видео, качество? Ребят, объясняю. Короче, когда... я делаю Full HD, да, видос. Он, обработка видео именно в YouTube идет быстро. Когда ты выкладываешь уже в 2К, идет намного дольше обработка. Поэтому, если вы заходите и видите, что качество видео такое размытое, то лучше не смотри, лучше немножечко подожди времени. И когда уже пройдет обработка, ты уже посмотришь в нормальном качестве. Но на самом деле, где-то проходит сутки после того, как я выкладываю их в YouTube, и YouTube уже потом перерабатывает. То есть проходит сутки еще. Вот почему порой иногда долго видосики я не выкладываю, потому что идет обработка. То есть я выкладываю уже после обработки. Имейте это в виду. Это не то, что я снимаю в таком качестве, в паршивом, а потом выкладываю. Нет. Это именно YouTube так долго обрабатывает все это дело. Ну что, упс, у нас кончились, да? Кончились у нас откатики-то. Ладно, деньги есть, можно, как говорится, потратить. Так, так, и вот так. Ну, сегодня нам не нужно будет отыгрывать абсолютно всех персонажей, потому что нам там, ну, максимум еще 3-4 победы и все. Ну, 3-4 победы это я, конечно, преуменьшил. Боев 5-6 так это точно нужно будет сделать. Так, события у нас все пройдены, все. Так что я даже не знаю, что мы с тобой сделаем. Займем топовое место, и, в принципе, все на этом. Дело в шляпе. Будем ждать спокойненько с тобой понедельника, а в понедельник уже будет у нас буст. Так, 48-е место. Так, поехали, здесь, наверное, начнем. Берем Шреддера, берем Армагона. Да я не буду далеко идти, давай вот отсюда начнем. Потому что все равно нам всех отыграть сегодня не получится, да и не нужно. Так, Роквелл, Донни, Лео, Майки, Пит.
Натика. Маловато этого оказалось. Давай, Армагон, свой валунчик. Все. Хана мандрыга, и мы с тобой двигаемся дальше. Давай, давай, давай. Слишком долго ты как-то все это там прогружаешь. Давай 38-ю позицию. Да, 40-ю. То есть всего 8 ступенек пролетели. Это что-то как-то очень мало. Так, ну что, опять супер шреддер. Возьму, наверное, так. У нас там карайка будет присутствовать. Давай вот такую вот команду с тобой составим. Ну, чтобы, по крайней мере, никто не погиб. И в то же время, чтобы всего с одним откатом сыграть. Один откат, и то именно на супер шреддере. Так, посмотрим. Он, в принципе, карайку-то должен завалить. Сразу же. Так оно и получается. Шреддер. Шреддер быстрее ходит, чем Бакстер Стокман. Офигеть. Даже тигриный коготь быстрее ходит, чем Бакстер Стокман. Я в шоке, конечно, от этого. Они все 70 уровня, а Бакстер у нас 100-го. А инициатива у него меньше, да. Удивляюсь, конечно, я таким исходом дел. Так, ну что, 30-ю позицию даешь мне или нет? Спасибо. Еще 3 поединка, грубо говоря, да? Блин, монет маловато. До суточки чуть-чуть не дотянули, да, получается? Так, 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 так. Поехали. 79-й против 90-х. И 1-сотого. Так, ну что, Майки, давай, влупляй. Отлично. Так, шреддер. Так, кто у нас там дальше идет? Крис Брэдфорд. Ну, я здесь, наверное, защиту поставлю. А тут пулеметную дробь. Ну, в принципе, и все. Довольно легко и просто. Так, поехали далее. Сейчас посмотрим, какое место будет. 20-е, надеюсь. 19-е, еще лучше. Вместо 10 мы пролетели с собой 11 ступенек. И... так, 17-24. Ну, поехали. Давай возьмем Рафаэля, отыграем, может так и быть, Зека и Рахзара. Зека и Рахзара. Ну, здесь достаточно будет, наверное, мне кажется, Зека и Супер Шреддера. Хотя не факт. Угу. Есть живчики, которые выдержали все испытания, да? Ну, Леонардо их, конечно же, всех подкосил. Так, ну что... насколько я могу понимать, у нас еще один поединок всего лишь остался. Мы его по-быренькому сейчас пройдем. 9-я позиция. Так, ну что, выбираем команду. Ну вот, например, эту. Шреддер, Лео. Ну и все, в принципе, здесь можно вот этих вот добрать. Для веса. Тут, в принципе, основные у нас бойцы — это Шреддер и Леонардо, все. Погнали. Так, отлично. Лео, точно ты добьешь, надеюсь, их, а? Не промажешь? Нет, все отлично. Ну все, забираем с тобой первое наше топовое место. Так, мне кто-то там из подписчиков написал, что у меня должок в растениях против зомби второй части, потому что я уже 2 месяца, видите ли, не покупал. Точнее, даже не то, что не покупал, я не играл 2 месяца в растения, и мне нужно купить. То есть каждый месяц мы покупаем по растению. Он мне так и напомнил. Да, ребят, надо как-то вернуться в растения против зомби. Ну, слишком много игр всяких, в которые мы играем. Тем более, сейчас плотненько взялся за второй свой канал. Как бы там постоянно выходят новинки. И особо сильно не распаляюсь на, как говорится, на что-то там необязательное для нас. Так, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Ее, кстати, можно будет завтра уже допройти полностью, да? Вместе с понедельничным бустом. Я думаю, не будет лишним. То есть мы с тобой бустанем на арене, ну и, в принципе, можно будет еще пройти смятение из другого измерения. Нам ничего, в принципе, не мешает. Так, ну что, черепашки, голодранцы, поехали.
Хлоп. Так, и... Блин, не получится. Так. Сюда. Постепенно урон не подбил, к сожалению, Леонардо. Ну нет, не особо страшно. Угу. Майки, успокойся, все хорош. А, Майки, это Рафаэль. Опа, почему это мимо? А тройной укусик как тебе? Понравился, я вижу. Ну что же, прошли. Так, события, точнее, смятение мы прошли, да? Забираем награду. Нам нужно еще в боях поднять уровень персонажа. Поехали, короче, мы с тобой прокачиваем кого? Пиццелицева. Почему Пиццелицева, когда Паукуса? Да что ж такое-то, а? Так, значит, 18 комиксов нам нужно найти. Дьявольские мертвецы. Так, я уже вижу 2 комикса. 3, слушай, неплохо идут. 4. Так, ну 4 уже есть. И все на этом, да? 5. 6. Так, 6 комиксов есть. 7. 8. 9. Ну давай хотя бы до десяточки. Все, 10. Остальное найдем уже в следующей серии. Так, у нас с тобой 38 тысяч мутагена, поэтому 99 уровень Донателло прокачиваем. Так, 31 тысячу мутагена мы находим с тобой и прокачиваем ему еще уровень. Это как раз будет в понедельник. У нас будет с тобой арена бустовая, там мы с тобой наберем достаточно мутагена, то есть в понедельник у нас Донни должен получить тот уровень. Это будет прикольно. Так, ну что у нас тут остается? Забрать награды. Так, и... По испытаниям-то что у нас тут? Все вроде бы сделано. Здесь нам нету смысла ничего фармить. Единственное, что вот тут можно попытаться либо шинигами получить, либо здесь майки. Давай попробуем майки вытянуть. Так, осколки. Вот книга. Кружка. Не тот майки. Так, жетоны. Опять не тот майки. Остается последний, который нам нужен. И игра, как всегда, сейчас будет мне палки в колеса ставить, да? Есть, получил. Получил, друзья мои, майки. Так, здесь нам, значит, нужно шинигами. Ну, тут вряд ли, конечно, мы с тобой... Так, две попытки у нас получается, да? Так, Микеланджело, ну не тот. Так, радарные маяки. И все, все. Больше ничего сделать мы не можем. Так. 160 всего лишь у нас жетонов, но этого мало. И, соответственно, на шинигами нам тоже не хватает. Все, получается... Делать нам здесь пока больше ничего. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.